Первая теща Америки. Журналисты выведали, что родители Мелании Трамп получили гражданство США. Белый дом держит этот факт в секрете и наотрез отказывается комментировать. Почему это так возмущает американцев, расскажет Дмитрий Анопченко. У Соединенных Штатов теперь два новых гражданина. Уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнафс. Казалось бы, рядовой факт, что в нем такого. Но это если не принимать во внимание, что паспорта получили тесть и теща президента. Родители его жены Мелании. Да еще и воспользовавшись лазейкой в законодательстве по поводу миграции по цепочке. Законные мигранты действительно имеют право подавать петицию на въезд в страну своих близких родственников. К примеру, супругов, детей, братьев и сестер и родителей. И таким образом, те, кто уже закрепились в Соединенных Штатах, перетягивают сюда свои семьи, ну а те тянут своих родственников и так далее, и так далее, и так далее. И этот процесс, названный chain migration, миграция по цепочке, очень злит Дональда Трампа. Он неоднократно выступал, требуя прекратить эту практику. С миграцией по цепочке пора уже кончать. Некоторые приезжают и целые семьи с собой берут, а они могут быть исчадием ада. Неприемлемо. Много раз писал он в Твиттере, требуя изменить законодательство. Остряки теперь шутят, мол, не тещу же президент имел в виду. Но как бы там ни было, именно по цепочке родители первой леди и перебрались в США. Пресс-служба Белого дома категорически отказывается эту историю комментировать. Пресс-секретарь самой Мелании Трамп тоже сказала, мол, ничего не будет говорить по поводу личных дел ее родителей. Информационные агентства тем временем просто взорвались заголовками. И эта история также и в теленовостях. И месседж у прессы, которая Трампа и так недолюбливает, похож, мол, что за двойные стандарты? Мигрантам война объявлена, но свои же тесть и теща оказывается исключение. А газеты теперь пишут, Мелания Трамп очередной рекорд поставила. Она первая в истории супруга президента США, чьим родным языком не является английский. Первая в истории жена главы государства, которая получила американское гражданство благодаря браку с ним. Ну а теперь и первая обитательница Белого дома, кто перетащил в страну своих родителей благодаря цепной миграции. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».